Итак, в начале кадры аварии на юго-востоке Москвы. На улице Вертолетчиков грузовой микроавтобус на полном ходу влетел в прицеп фуры, которая двигалась в попутном направлении. От удара капот газели сильно смяло. В салоне оказался зажат водитель. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Спасатели вытащили пострадавшего из искореженной машины. Его срочно госпитализировали. Причины аварии сейчас выясняются.